Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброе утро, любители компьютерных игр. Фирма Astrobalt, официальный дилер Денди и телеканал Премьер начинает новую еженедельную программу «Мир Денди». Сверкающий мир компьютерных игр вошел в повседневную жизнь тысяч семей, но для многих он еще остается загадкой. Мы попытаемся открыть окно в этот волшебный мир новой реальности. Надеемся, что передача будет интересна всем, и взрослым, и детям. И приглашаем в новую реальность. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов, настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо — это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Денди по всей стране. Совершенно игровая система. Супер Нинтендо. Это Ди, угрюмый мэн. Это Дэн, компьютер-фэн. А вместе мы сладкая парочка. Каждый раз, когда ты с нами, и пусть хоть дождь или град в окне, вместе с Sunsoft и Konami, Дэн, иди, придут к тебе. Мы рады вас приветствовать на телеканале Премьер в нашей новой передаче «Мир Денди». Да, в любую игру вы наверняка вкладываете столько же усилий, сколько и я, чтобы пройти ее. Да, и почти что всегда добиваетесь своего. Конечно. Ну а теперь ближе к джойстику. Представьте себе, большой американский город. Гигантские здания скрывают своими верхушками небесный туман. Преступность наполнила город, как бледный лунный свет улицы. Но возглавляет всю преступность один сумасшедший клоун, в мозгах которой еще шевелится мысль об уничтожении всего городского населения. Городу нужен новый герой, который бы смог остановить преступность и уничтожить коварного тирана. И такой герой нашелся. Бэтмен, человек-летучая мышь. Единственный, кто может помочь городу Готэму. Чего же мы ждем? Быстрее нажимаем на старт, иначе Джокер отравит все население. Конечно. Минута промедления может стоить нам жизнями нескольких граждан. По длинным улицам Готэма движется черное существо. Но мирные граждане могут спать спокойно. Настал конец паутине преступности. Бэтмена будет разрушена фабрика по производству ядовитых препаратов, Джокер. Даже спецотряды клоуна не смогут остановить человека-тень. Наконец, главарь преступности предстает перед героем. Но вот вопрос, кто же из них окажется сильнее? Ты еще сомневаешься? Бэтмен – защитник города Готэма. А зловредный Джокер получит свое за убитых невинных граждан. Да, потрясная игра. А вдруг опять зло упадет на Готэм? В небе засияет знак летучей мыши, и Бэтмен вернется в Готэм-Сити. Я гляжу, у тебя поднялось настроение, хотя это бывает крайне редко. Вот что может сделать хорошая игра с флегматиком. Да, ты хоть у нас и мастер-игрок, но иногда бываешь очень вредным. Если хочешь отдохнуть клево вместе с нами и узнать новинки игр на телеканале, проще нечего, дружок. Кнопку на ТВ. Ты нажми ее разок. Мы придем к тебе. Дэн, иди всегда с тобой. В бурю, в зной, в град. Даже если ты больной, ты нам будешь рад. А теперь еще две новые игры от Super Nintendo. Yoshi Safari и Железный бой реванш. Так что готовь себя. Тебе могут понадобиться некоторые навыки, полученные раньше. А сейчас рубрика «Help!». В этой рубрике мы рассказываем о сложных местах и суперприемах разных героев. Если в «Бэтмен 2» нажать на кнопку «Б» и держать, а когда пистолет Бэтмена засветится, отпустить ее, ваше оружие станет мощнее. И не забывайте собирать кольца. Полное количество колец позволит вам стать на несколько секунд бессмертным. А сейчас я вам расскажу об игре Капитан Америка. Если нажать два раза вперед, то браво Капитан Америка помчится быстрее молнии. А когда он будет прыгать, не размышляя, жмите джойстик вниз, и он приземлится на свой щит. Таким образом вы можете давить своих врагов. Сейчас я вам расскажу о секрете у Индиана Джонс. Если вы нажмете джойстик вверх и два раза на старт, то у Индиана будет шляпа и пистолет. Это можно повторять сколько угодно раз. А если где-то живой, нажать на сейф, вам прибавится энергия. А одновременно сейф и старт, вам будет дан шанс пройти игру с 20 жизнями. Так, мне кажется, была еще одна игра. Конечно, это «Ход за красным октябрем». Точно, молодец. Нет проблем. Как сказал мой друг, это «Ход за красным октябрем». Если там нажать на старт и сейф, то вам дастся временное бессмертие. Но оно не слишком долго, поэтому плывите изо всех сил. Пользуйтесь нашими советами. На сегодня рубрика «Help!» окончена. Да, Дэнди играют не только такие крутые парни, как мы. Дэнди все возрасты покорны. Примером тому служит наш малыш.
со своим рассказом об игре Battletoads and Double Dragon. А я хочу рассказать о своей любимой игре, о игре «Двойной дракон». Там действие происходит в галактике и на Земле. Черная королева в галактике захватила население некоторых планет, но три жабы, Рэч, Дит и Пимпл, и два человека, Джимми и Билли, полетели уничтожать ее и спасти население планет, которых она захватила. Но они, когда уничтожали корабль Черной Королевы, они допустили ошибку. Черная Королева успела улететь на своей маленькой ракете, которая была сделана специально для таких случаев. Она прилетела на планету, на Землю. И там она создала ужасных роботов, которые были запрограммированы уничтожить лягушек и людей. И подчинила себе некоторых пандов, которые захотели уничтожить лягушек и людей. Но лягушки и люди не сдавались. Они уничтожали подручных Черной Королевы и роботов. Наконец они добрались до Черной Королевы. Они начали ее убивать, и они добили своего. Потом, когда они ее убили, они улетели обратно к себе домой и спрятались до следующего раза, чтобы помочь галактике. Мы с вами прощаемся, но имейте в виду, любой желающий может помериться силами в компьютерных играх на чемпионате Денди, который проводит фирма Астробалт во Дворце культуры моряков каждую среду в 18 часов. До встречи, пока! Хорошо, ты ехал 140 там, где стоял знак 35. Ты помял три машины. Оставь при себе свои оправдания. Разрушение. Сигнал? О, ты не включил сигнал поворота, сынок. Именно за это я оштрафую тебя. Новые трюковые эффекты, полное ощущение присутствия, незабываемая встряска. Только для Супер Нинтендо.